Очередной ремонт улицы Черняховского подорожает на 1 100 000 гривен. Такое решение накануне утвердили на транспортной комиссии Одесского горсовета. Члены комиссии без лишних уточнений утвердили это решение, назвав ремонт важной транспортной артерией, которая соединяет Приморский район с Аркадией. Капитальный ремонт покрытия улицы Черняховского. Плюс 1 100 000 гривен, я так разумею, это на замену проекта, так? Ну, дуже добре. Ось вулиця Черняховського повинна стати таким приміром, як повинні ремонтуватися вулиці в Одесі, як вони повинні бути облаштовані. Там будуть приподняті виїзди міжквартальні, буде велодоріжка, будуть паркувальні місця. Ну, тобто там все повинно бути класно. Отметим, правда, что так называемый образцовый ремонт идет в самый разгар курортного сезона, когда столбик термометра редко опускается ниже 30 градусов. Водители авто и пассажиры общественного транспорта вынуждены стоять в пробках по причине весьма странной организации ремонта. Путь от площади 10 апреля до 5 станции Фонтана в будний день занимает до 30 минут. В выходные дни, когда поток машин несущественно, но уменьшается, дорожники проводят работы не так охотно. Напомним, что пару лет назад ремонт проводили на улице Черняховского и на перекрестке 5 станции Фонтана. В итоге транспортную развязку разгрузить не удалось, а на Черняховского снова спецтехника и заторы.